Во, ты куда я? Я в своей полосе, если что. Ой, мамочки родные, что это такое? Ой! Если не жить морковкой с Подмосковья, то покупаешь импорт. Ну кого ты поддержишь? Какие-то рабочие места на России создаешь или за рубежом? Импорт это замечательно, отлично. Но если ты, на своем рабочем месте, не думайте о том, что некая есть программа или есть некие политики, которые придут и нам раздадут денег, и будет все отлично. Ну, это мечты, это иллюзии.
И мы сами не сможем ничего добиться, если мы не будем сами думать. Чё ты делаешь, долбоёб? Вот так вот, блядь. Сигналишь, стоишь. Долбоёба, блядь. Конкретно почему, что ее привлекает конкретно, критерий вот этот вот, ой, подожди, какой ужас. Дай подальше. Прям хочет влезть за этим грузовиком. Тихо-тихо, Саша. Саша, осторожно, потому что не надо. Выходи, драться. Нет, твою мать! Я хамут. Вот это да, вот. Thank you.
Ушел по вот по обочине, проскочил его на.